Тротуар от улицы Омска до 10 лет октября. Вот так вот. Не пройти и не проехать. Люди вынуждены идти вдоль домов. Машину со щеткой загнать — это большая проблема. Никто ничего не хочет делать. Просто вот тротуар. Автобус сейчас стоит на Омской, убрали. Люди, чтобы доехать, идут на 10 лет октября вот по такой вот жиже. Все понятно, что весна все неожиданно тает. Но машину со щеткой-то можно пустить. Бабушки идут, матерятся. Ну что это, тротуар — это заводь. С детьми люди. Вот такие вот лужи нам на пути встречаются. Шикарно. И вспоминаются прошлогодние слова. Раньше был «красавчик, помоги». Сейчас красавица Оксана Николаевна, помогите.